Ты до спортивного зала то дойти не можешь. Нахуя разжирел совсем жиркомбинат. Скорость ХСа догонишь. Твой удел это доставочки на еду оформлять. Жир. Тоже мне сейчас в спортзал ходить надо, чё, Илон? У меня свой дома спортзал есть, нахуй мне ещё ходить куда-то, чел? Ебать, турник нахуй, эти груша, бать, я спортзал, охуенно, чел. Можно абонемент купить? Смешно? Не, серьезно, а что смешно? Что смешно? Чего ты от смешно-то шаку ляпнул что-то, а ты смеешься?